Поднявшийся из военных руин Новгород давно уже стал местом паломничества туристов, советских и иностранных. Открытие летнего туристского сезона в музее деревянного зодчества Витославлицы превратилось в настоящий народный праздник. Посетители увидели здесь старинные постройки, привезенные из разных деревень новгородской земли. Познакомились с бытом и ремеслами Старой Руси. Перед зрителями с песнями и хороводами выступили фольклорные коллективы Валдайского, Крестецкого, Маловишерского и Старорусского районов области. Такие празднества станут теперь в Новгороде традиционными.